Высшая мера для Януковича. Сегодня в Оболонском районном суде столицы стартовало первое, пока подготовительное судебное заседание по делу о госизмене беглого экс-президента. Прокуратура обвиняет его в пособничестве вооруженной агрессии России против Украины, помощи в аннексии Крыма и требует для Януковича пожизненного. Чем завершились слушания, знает Руслан Смещук. Первое подготовительное заседание суда начинается с подачи защиты Януковича ходатайства о переносе слушаний. Мол, на суд оказывается давление со стороны Генпрокуратуры, поэтому адвокаты беглого экс-президента подали апелляцию. До момента рассмотрения апелляционным судом вопроса про смену присутности с урахованием численных фактов тиску на суд, с урахованием втручания в деятельность автоматизированной системы, немає возможности розпочати розгляд и немає возможности у захисту визначити думку щодо наявності підстав для відводу. Одна обвинувачення заперечує. Суд, порадившись на місці, ухвалив задоволені клопотання захисника щодо відкладення підготовчого судового засідання відмовити, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс України не допускає спорів про підсудність. После прокуратура подает ходатайство о публичном процессе. Его удовлетворяют. Адвокаты Януковича снова обвиняют ГПУ и лично Юрия Луценко в давлении на суд. Якобы генпрокурор вмешался в процесс выбора судей. Согласно закону, это делает специальная компьютерная программа. И опять просят перенести подготовительное заседание. Суд, правочись на місці, ухвалив клопотання захисту задовольнити частково, звернутися до державного підприємства інформаційні судові системи з метою перевірки, чи було втручання несанкціоноване при розподілі, автоматичному розподілі даного кримінального провадження. Защита снова просит отложить слушание, пока не появятся результаты проверки. Суд отказывает. Тогда адвокаты Виктора Януковича заявляют, что беглого экс-президента об этом суде не предупредили, как того требует закон, и просят привлечь его к участию в процессе. Виктор Янукович не повідомлений в установленный способ про часто місце розгляду даної справи. Відсутність такого виклику особи автоматично призведе до грубого порушення її прав на доступ до правосуддя, права на справедливий судовий розгляд. Суд, не обращая внимания на протест прокуроров, удовлетворяет требования защиты. На следующем заседании Янукович может присутствовать в режиме видеоконференции. Надати програмну можливість стороні захисту для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. После чего коллегия судей объявляет перерыв. Адвокаты Януковича сообщают, их подзащитный обладает некими сведениями, которые могут изменить ход судебного разбирательства. И он обязательно их озвучит. Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. Есть очень важные факты, которые пока не озвучивались нами. Я думаю, сейчас будет возможность обществу услышать другую версию данной картины. В свою очередь прокуроры обвиняют защиту в попытках затянуть процесс. И хотя обвинение подчиняется решению судейской коллегии, позиция прокуратуры проста. Данная особа должна пребывать только в Оболонском районном суде. Или або будь-якому судді України і перебувати та відповідати за свої дії. Сторона обвинувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Следующее заседание по делу должно состояться 18 мая. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.